Мобильный репортер, едва сдерживая смех, наблюдает за своим кокоду. Попугай не совсем внятно, но все же произносит имя Наташа. Делает он это громко и настойчиво. Поиски Наташи проходят по всей квартире. Время от времени лексикон птицы разбавляет кукареканье. Спонсор рубрики — магазин «Мастерок». МТК «Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8 914 859 90 60.